Среди этих чемпионов нет ни одного профессионального спортсмена. Россия! Россия! Будущие химики, математики, биологи, врачи в эти дни боролись за кубки по волейболу, легкой атлетике, регби и баскетболу. Самое хорошее, что все команды примерно одного уровня, и надо было именно показать чуть выше своих возможностей игру, чтобы выиграть. Главное условие фестиваля – в командах не должно быть мастеров спорта. Чтобы соблюдать санитарные правила, фестиваль проходил сразу на нескольких площадках. Более 2500 спортсменов со всей России соревновались не только в залах, на стадионах, но и даже во дворах спортивной деревни. Для многих эти соревнования – сложные испытания перед Всемирной универсиадой. Казань – это город студентов, это город спорта. Съехалось 63 региона нашей страны и более 200 студенческих спортивных клубов сегодня со всей страны, в Татарстане, в Казани. Большинство участников студенческих спортивных команд в дни фестиваля проживали в деревне Универсиады, где в 2013 году размещались лучшие спортсмены со всего мира. Это целое студенческое движение, это как раз развитие массового спорта. Хотелось бы видеть больше реальных студентов на Универсиаде, а не профессиональных спортсменов. Тогда это будет действительно большое достижение. Эти кубки для многих стали первыми. Для каждого из них спорт – это не работа, а образ жизни. Станислав